Всем привет, ребят, с вами Малдер и Dead Island у нас вновь сегодня. Значится, сегодня отправимся в пустыню. Фу, блять, в какую пустыню? В джунгли, конечно же, в джунгли. Джунгли зовут. Сейчас, только мы мачетку с вами починим. Сколько? Ёпта, 2000 ремонта мачете. Мачете? Схуя себе, блять. Вот так, блять, ремонт. Ладно, блядь, 2000. Ну, конечно, да, она вся полностью расхерачена, блядь. Мы ее в прошлой серии прям в говно превратили. Погнали в джунгли. Нам надо в джунгли. Курорт, бункер, маяк, спасательная башня. Тоннели в джунглях. Тоннель в джунглях? Это что ли? Секунду. Сейчас, блядь, джунгли, антенна. Деревня у реки. Тоннель в джунглях. Погодите, а знаете, что я сейчас сделаю? На маяк отправимся. Сначала, сейчас. У нас же какой-то есть ключ от комнаты 14, блядь. От бунгало 14. Задание-то появится хотя бы, блядь? Где оно вот? Старатель. Вот, осмотр бунгало 14. Посмотрите, что мы там увидим. Я вот, что нас просили, точнее, что, там... Заглянем? Посмотреть, вот, убей, не помню. Ладно, идем дальше. Соточка. Тут тем более можно машину спиздить, блядь, так что... А где выход-то, блядь? Эй! Это что ли? Да, это. Этому козлу консервы надо отдать. Две консервы. На, нахуй, жри. Спасибо огромное. Я так голод. Несите еще, все, что найдете. Да хуй тебе, на воротник, блядь, тоже мне, блядь, козырь, нахуй. Все консервы, блядь, сожрет, блядь, а народу есть нечего, нахуй. Он так голоден. Нахуй иди, блядь. Эй, так. Нельзя так пугать людей. А если бы я тебе башку прострелил? А если бы я тебе пизды навалял, блядь. Башку он мне прострелил. Слушай, 500 метров? А чё как дохуя-то? 530 метров. Что, я хоть то взял? Хоть то задание-то взял, блядь. Старатель, блядь. 500 метров. Чё как дохера ехать-то? Ладно, хоть тачка есть, блядь. Давай открывай, блядь, свою калитку. Сраная. Бунгало 14. Вот еще, не дай боже, это окажется, что... А нет, это не на пляже, блядь. Это где-то в другом месте. Это точно не пляж. Блядь, я пропустил его. На тачке-то прям в минуту доедем. Красиво, красиво. Опа, я во что-то въебался. Сука. Нехорошо. Нехорошо получилось. Почему-то у меня две метки, блядь. А почему? Ох, красиво получилось. Почему-то у меня две метки, блядь. Непонятно пока что, почему я... Может быть, там два бунгало, блядь. С номером 14. С номером 14. Бунгало, блядь, бунгало. Как вот, блядь, натрию правильно, надо загуглить. Бунгало или бунгало все-таки? Мне все время казалось, что бунгало, блядь. Так, этим тех тоже маленько мы поебаем. О, бежит. Еще одна. Вторую-то я не приметил. Ну-ка нахуй. Отлично. Тоннель, бля, что тут все горит-то? Погоди, я что-то не туда заехал, что ли, бля? Так, спокуха. Я, походу, не туда приехал. А где дорога-то где? 150 метров тут, в общем-то, чуть-чуть. А что за хуйня-то? Почему? Куда мне ехать-то надо? Или я туда уже не проеду? Только... Почему у меня тачка-то не рулится, блядь? Рулись, сука! Надо хоть народ-то, блядь, подавить здесь маленько. Если уж пешком идти, блядь. Так, что-то тут вообще загадка какая-то. Может, здесь я проеду, блядь? Мы уже вроде тут пытались, блядь, как-то тут проехать. Погоди. Сейчас, блядь, тут... Сука! Нихуя себе. Куда я заехал-то, бляха-муха? Опа, сейчас трюк будет. Трюк. Ох. Трюк не удался. Подождите, что-то, блядь, кручусь на месте, блядь. Не пойму, куда в натуре ехать надо. Блядь, я это зря сделал, да? Я теперь отсюда хер выйду. Да. Ладно, пешком. Продолжим наш путь. Пешком. Носки промочил, блядь. Бунгало 14. Держ... Блядь, уж не в здании или нахуй. Не, ну бунгало же написано, блядь, а не номер в отеле, блядь. Правильно? Правильно. И как мне вот это все обойти, ебалу?
Кто-нибудь не расскажет? Бомбезный, что ли, стоит? Смотри-ка, блядь, точно. Хуй на себя бомбезный, блядь. Стой дальше. Так. Тут их не больно много. На самом-то деле. По сравнению с тем, что было, блядь, конечно. Так, 30 метров. В прошлой серии это вообще пиздец. Меня прям зло, блядь, взяло, нахуй. Какого хуя их так много? А мужик, ты спит, что ли, блядь? Иди сюда, вечным сном? Да. Энергонапиток нам не надо. Во, 3 соточки! Вот это заебись, нахуй. Что такое? У меня лямочка вот эта вот задержала, бляха. Так, еще сейчас в помойке покопаюсь. У нас восклицательный знак, кстати, блядь. А что за знак? Пошел нахуй. Заеб ты, блядь. Подождите, восклицательный знак. Прям рядышком причем. Он прям рядом. Тут рычит очень зло, блядь. Где он? В этой домушке? А что тут происходит? Сюда, блядь, ты что, ебанутый нахуй? Я напугал, Сашна. Амар Торрес, блядь. Сука, тупой, блядь, мудак. Дай-ка я тебя сначала тут сейчас спизжу. А потом уж подойду-ка я к тебе, блядь. Батарейка 200 баксов. Хорошо. Хорошо. Предложение. Да нахуй тебе не сходить с своим предложением, блядь. Ну давай, тренди, блядь. Слушайте, есть один высокий омбре, который должен мне денег. Мучу динеро. Но свалился от этой чертовой инфекции и, походу, вовсе не собирается возвращать мне долг. Я думаю, все его деньги в бунгало, но мне нужен ключ. Вряд ли он еще нужен этому несчастному Ихо де Пута. Если принесешь мне ключ, мы поделим деньги. Договорились? Хули бы нет. Почему нет? Хорошо. Слушай, мимо него не пройдешь. Очень высокий. Я уверен, что видел его в баре. Возвращайся, когда найдешь ключ. Блять, не по пути, 114 метров. Подожди, чувачок, дай-ка. Блять, вот сука, что это за игра? Не, конечно, не вопрос, интересно. Пойдешь делать одно задание. Наберешь еще целую кучу, блять. В итоге что запланировал, нихера не сделал. Что-то, блять, в горле запершило. Забери ключ у неживого заемщика Амара. Погоди ты, блядь, своим неживым. А, вот же задание ты, блядь, чьи мозги ебу. 50 метров. Сейчас сначала сюда сходим. Я так полагаю, это вот и есть орёт неживой заемщик Амара, блядь. Так. Что такое? Что такое? Почему так долго ты его бьешь-то? 19 метров. Так, самочка идет. Так, рука. И голова. Нет, голова. О! Хо-хо, косарик, блядь. Косарик поимели с дамочки. Замечательно. Тут что у нас? Вот, бунгало 14. Что мы тут видим, блядь? Ебать, деньги. Персональный ID. Что? $1? $1, блядь? По-моему, такого еще не было. Так, ну-ка, откроем. Батарейка. А тут никого нет, что ли, хотите сказать? Нет, кто-то есть, блядь, кто-то шипит, слышу же. Я же слышу, где-то они тут ходят, блядь. Ага, вон он тут. Но дверь-то он, наверное, не откроет. Что? Перевесить картину? Там сейф. Точно, блядь. Открыть. Люблю сюрпризы. Неплохо, 2300. Заебок. А я не могу открыть эту дверь-то, блядь. Неплохо мы зашли сюда. Но неужели это все? Неужели у старателя только сраных 2000 баксов, блядь? Не может быть. Шкаф. Блядь. Что такое? Шкаф последней надежды была. Ну. И она умерла, блядь. Ладно. Ладно. Так подождите, мы выполнили это задание-то? Да. Теперь давайте заберем ключ у неживого заемщика. У неживого, нахуй. Блять, водички-то я с собой не взял.
Блять, ну ладно, потерпим. Так, где у нас неживой заемщик-то, блядь? Сука. Еще, блядь, название нахуй. Неживой, блядь. А вон там загорает чувак уже стоит. Я понял. 100 метров. Каких-то сраных 100 метров нам осталось. Блядь, тут народ-то есть. Правда, хули нам этот народ? Так, 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 так. Ох ты, блядь, тварь ебаная. Ах ты, животное. Сука. Где же, блядь, неживой заемщик-то, блядь? Ну что ты, блядь, за мной бежишь-то, а? Ну что ты, блядь? Да как так-то вы, сука, попадаете-то на? Я тебя ногами, блядь, наколочу, блядь. Отвали, урод. Животиня. Мне бы что-нибудь съесть? Типа энергонапитка или что-то еще? Так. Так, отлично. Ну, добьешь, добьет. Так. Что ты, блядь, ты ебаная? Что-то, блядь, как... Опа! Вот это красиво. Что? Он мне вторую клешню хотел захерачить, блядь. Жнец ломка. 176 баксов. Нахуй надо. Хотя можно, по идее, все вот это собирать. У меня место-то... Что? У меня место-то вагон. Мы же с вами все продали. Там всего лишь несколько... Ну, ячейки 4, наверное, может 5. У меня все занимает. Блять, где же этот неживой заемщик-то, твою же мать? Может, он в бунгало... А, вот он в баре, да? Там говорили. Нет, этот уже... Точно уже неживой. Он в баре, блядь. А где же? Вот бар. Бар, блядь. Консервы. Энергонапиток. Замечательно. Иди... А, идите по кровавым следам, мне сказали. Алкоголь. По кровавым следам. Сейчас, сику, бляха-муха, у нас тут прям расследование сейчас будет. Блядь, Молотова бы где еще найти? Кровавые следы. Кровавые следы. Оно? Нет. Там бомбезный. Блять, я знаете, что забыл сделать? Я патронов забыл сделать. А почему? А почему ты не вздыхаешь? Бомбезный. Все, я не понял твоего прикола, блять. Я сейчас подойду к нему, он рванет, блять. И мне пизда настанет. А он ведь не сдох. А он ведь 100 пудов не сдох. И как бы, блядь, загляни. Вон он, сука, козел, блядь, ходит. Ты погляди, нахуй, какой. Ну и что ты тут, блядь? Что тут? Давай трясись. Блядь, он трясись-то не хочет, нахуй. Ты подумай. Давай трясись. Во-во, затрясся. Блядь, побежали. А, пизданул, замечательно. А, ветошь, блядь. Ветошь. Кровавые следы. Да ладно, блядь. Да ну нахуй, тут подвал. Сука, а где? Здоровый ты. Блядь, да вон он нахуй. Ты погляди, блядь. На нахуй. Сразу, блядь. Он, блядь, он срал, может, там, а я его... Если я бью, то как следует. На нахуй, отлично. Он, может, там срал сидел просто, блядь. И, он не хотел нас как бы обижать-то, блядь. Но из-за того, что мы его отвлекли. Ну, блядь, правильно, кто будет доволен? Ты сидишь, срёшь, блядь. Тебе заходит какой-то хуй с мачетой. Дробовик не мощный. Блядь, а вот дробовика-то у нас еще не было, по-моему. Дробовичок-то, блядь. Ну-ка. Дробовичок-то. Блядь, да ёпта, блядь. Не то, не то, не то, не то. Где? Вот. Дробовик. Что, блядь? Дробовик, урон в секунду 256. 256 дробовик, блядь.
У меня пистолет сраный, 1,5 косаря пиздячит. Что ты за нахуй? Что ты, черт побери, такое, блядь? Что за дробовик? Мне что делать-то надо? Ну-ка, задание. Ага, вернуться к Омару, блядь. К Омару нам надо вернуться. Сейчас вернемся. Такое чувство, что Омар сейчас нас наебет, блядь, по какой-то причине. Наверное, по причине жадности своей, что ли, блядь. Так, ну, блядь. А что там нахуй? Тихо, 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 дядя. Вот так. Да выебывался, нахуй, мудак. Блядь, здоровый. Я не буду тебя трогать. Ты, блядь, бесполезный, нахуй. Кусок говна, нахуй. Здоровый. Зачем ты мне? Так, народ просыпается. Бежать, блядь. Так. Ух ты, мадам. Мадам. Так, есть. Какой хуй я их режу, я вот не понимаю просто. Сука. Взять с них нечего. О, еще я током пизданул сам себе. Так, где у нас Омар? Ух ты, блядь, отлично. По красоте прям. Обожаю, когда башку им. Так ты, сука, тупая, блядь. Еще что где, блядь? Что за звук такой? Что за музяка, блядь, пошла? Ну-ка, пойдем-ка. Бомбезный. Где-то бомбезный орет. Слышу. Да, блядь, давай запрыгивай. Что за звук такой появился? Так, мне пока не надо ничего. Даже, блядь. Сука, что ты за кривая пизда, блядь? Не можешь по мячу попасть. Блядь, да как-то? Как это, блядь, получилось? Возьму. Возьму, блядь. Так, Омар. Блядь, мы вроде проверяли эту помойку-то. Омар, Омар, блядь. Омар Хайям, блядь. Ну, что он сейчас нам скажет? Омар! Давайте быстрее, амигос! Его сейчас съедят, да? Найдите сейф. Сейф. Сейф за картины как? Вот сейф-то, блядь. Хули тут искать-то? Дурагу понятно. Где в этой игре сейфы расположены? А что тут? Сейчас я открою сейф, и он мне наебнет, блядь, как я полагаю. Ну-ка, давай-ка. Открывай, хуил, а я сзади постою. Точно, это он! Muchas gracias, amigos! Вот ваша доля! 600 опыта, блядь. 1600 денег. Что-то, блядь, не больно много-то. Ну, хоть что-то, не наебал, да и ладно. Амигос, я слышал, выжившие люди сидят на вышке службы спасения. Ну, есть такое. Вы можете помочь мне пройти туда? Если да, я отдам вам это оружие. Обещаю, одним выстрелом можно убрать сразу толпу этих пендехос. Это что за оружие? Меня интересует. Помогите. Я попытаюсь. Грасиас, нам пора идти. Нам пора идти. Хорошо, слушай, а что за оружие мне? Дробовик? Только на такое способен. Только дробовичок. Ты бы держался поближе ко мне и не выебывался. Вот что самое главное. У него оружие есть, интересно, какое-нибудь? Нет, только руки. Так. Бегут, 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 бегут. Мадам. Так, есть. Отлично. Я даже не буду с них собирать ничего, блядь, иначе его ебанут просто-напросто. Я не хочу задание заново начинать. Омар, бля, я вести ты его далеко на самом деле. Он бегать даже умеет. А вести его далеко придется, между прочим. Нам сейчас надо на дорогу выйти. Омар, блядь. Омар, блядь, давай. Может быть, ты пошевелишь своими шортами-то нахуй? А то за нами тут идут как бы. Все, что ли, надоело? Блять, заебешь ты нахуй. Что такое, блядь? Да почему ты его рукоятки-то бьешь, блядь? Сука. Стой, стой. А что такое? А, это Омары пизданули-то.
А я думал, на меня Амар уже начал огрызаться, блядь. Погоди, погоди. Сука, думал, нихуя себе вот этот поворот, блядь. Вот как изменились, как приоритеты, блядь. Так, Омар, блядь. Ты не мог бы, сука, ты бегать-то умеешь или нет? Ох ты, блядь, живая. Что? Так, 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 он сдох, что ли, блядь? Не, не сдох. Сраный козел, да. Все, блядь, вообще отлично. Стой. Ага, он ждет. Он ждет, это хорошо. Это хорошо. Слушай, а мы другой дорогой, что ли, идем? Нет. Той же самой. Только я не понимаю, мы... да, мы другой дорогой идем. Мы сейчас тут прям выйдем, да и все. На этот маяк-то. Делов-то, блядь. Иди сюда. Открывай, блядь. Вот и все, отлично. Малик, и другой дорогой пошли. Грасиас, я не забываю своих амигос. Револьвер? Ты что, смеешься, что ли? Пиздец ты, он, блядь, оружие мне выдал. Че, блядь, за револьвер? Почему? Он хоть тут точил есть, блядь. Надо хоть подремонтировать, блядь. Ой, блядь, 480 баксов. Я бы знал, конечно, я бы не пошел. Ну, хотя, хуй знает, 600 вроде бы очков выдали. Этого самого. Как его, блядь? Опыт это. Сука. Ладно, ну-ка, давай, что у нас следующее? Голос неба. Это русские? Не русские. Лопата, блядь, лопату. Не знаю, где лопату тут можно взять. Надо, Тут же телепорт-то где-то же был. Вроде бы как. Что-то маяк же. Маяк, твою мать. Где, блядь, телепорт? Тут у нас, кстати, барыга. А вон телепорт. Погоди, а где барыга-то, блядь? Он внизу, что ли? Я уж что-то забыл. А, блядь, он внизу, наверное. Ну и хуй с ним, на самом деле. Не так важно. Не так важно. Нам важен телепорт. Все, надо в джунгли ебашить, короче, и все. Ты мне ничего не хочешь сказать? Я тут для вас столько сделал. Есть тут что-то полезное. Козлы, блядь. Даже дорожку ковровую не выкатили. К моему приходу, блядь. Так, ладно. Маяк, спасательная башня, тоннели в джунглях. Джунгли, деревня у реки. А у реки, а у реки, а у реки джунгли антенна. А где вот, блядь? Деревня у реки, что ли, блядь? Здесь? Сюда нам надо? Так, 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 так. Хуй я знаю. Давайте любую, блядь, откроем. Куда приедем, блядь? Туда приедем. Зло, что ты все еще коптишь небо. Да ты что? Контрольная точка. Запишите трансляцию для Ника. Блядь, что такое? Что такое? Блядь, лопата, нахуй. Ты подумай, а? Лопата, блядь! Лопатка. Вон еще одна. А мы вот две возьмем. Пускай, блядь, окопается. Здесь что у нас тут? Здесь у нас что? Здесь у нас тупая пизда. Ну погоди ты нахуй своими делами, блядь. Я не пойму, с чего мне начинать-то. Ты со своими делами тут привязался. Магнит. Так, это радио. Закусь, блядь. Блядь, пиздец. О-хо-хо-хо-хо, хорошо, блядь. Блядь, задание вот с джунглями, с русскими, я не знаю, как делать, честно сказать. Сейчас надо будет патронов нам от пистолета ебануть. Побольше. Голос с неба. Солдаты удачи. Отправляйтесь в деревню Афрана, блядь. Бумажная работа. Это нет. Лопату мы нашли. Надо отнести, только будет трансляция для Ника. Когда доберетесь до джунглей. Вот что ближе, блядь? 480 метров. Ебануться, блядь. А голос с неба? Вообще... А, 280, блядь. Вообще, блядь, хер знает сколько. Блядь, ну сходить, что ли, до этих русских? Чё мне надо? Мне надо создать. Потрошки, блядь.
Где? Патроны, где вы, блядь? Ружье гордости. Блядь, где вот этот пистолет искать? 9-миллиметровый Маккола, блядь. Я понятия вот не имею. Создать. Чертеж пистолетных патронов. А сколько вот он создает, интересно, блядь? Давай. Создали, блядь, да? И главное, еще, блядь, деньги берут, нахуй, за создание, блядь, да? Охуеть не встать, блядь, бизнес, нахуй, по-русски, блядь. Сам из своих материалов, блядь, создаешь, нахуй, и еще и сам платишь, блядь. Нормуль, блядь. Судя по всему, патронов-то дают немного. Это печально, блядь. Так, не посмотрел, блядь, сколько там, 88 у нас было. 88, а сейчас... 104, блядь. Да. Пиздец. $55 спизженных. Блядь, серия сейчас получится. Охуеть, какая длинная. Ладно. Нехуй ныть. Надо ебашить, блядь, вперед. Надо выполнить задание нам. 260 метров. Совсем идти чуть-чуть. Не то, что чуть-чуть, блядь. Ну, не очень уж далеко. Может быть, блять, а может быть смысл был взять тачку? Тачка же здесь есть. Здесь есть точила. Хотя у нас дорога там очищена. Мы же с вами там всех бандитов порубили. Все сделали. Там должно быть чисто, по идее. Это, блять, это зомби? Трое. Блять, надо было на машине ехать. Сука. Так. Тихо. Дядя, блядь. Ебаные комары, нахуй. Так. Так. Блядь. Сука, наебнет. Не наебнул. А этот наебнул, блядь, козлина. Козлина, блядь. Че у тебя тут? Револьвер дефективный. $79. Да, блядь. Нахуй нужен этот револьвер с таким... с таким уроном. Его продавать-то, блядь, он меньше сотки стоит. Его продавать-то смысла даже нет. Так, ну-ка побежали. Здесь же можно на машине было проехать спокойно. Чё я мозги её? Спокуха, блядь. Это мы уже дошли практически до русских. Ох ты, бледивина. Ты что, сука? Я ж дар речи, блядь, пропал, нахуй, у меня. Напугал, блядь. Неожиданно, ну не знаю, что напугал, неожиданно выпрыгнул. Что? Пусто. Здесь будут хлеборезка надежная. Надежная, блядь. Очень надежная, блядь. И урон. Ой, это и прочность 35, блядь. Что такое надежное, что пиздец. Тут вонючее болото, блядь. Вонючее болото. Мне надо... Тут и... Проход-то, блядь, для русских. Опа, ничего себе. Я думал, я упаду сейчас. Не упал. Проход для где-то для русских-то есть. Как раз задание. Так где вот, блядь? Мы вот тогда искали. Я уж не помню, может... пару-тройку серий назад. И нихера, блядь, не нашли мы этот проход. Вот хоть усрись, все, я бегал. Нету есть прохода, блядь. Что-то полезное. Для русских. Или до русских. Здесь у нас... Ничего, 50 метров всего лишь осталось нам. Но это не до русских, а для записи. Другое задание. 40 метров. Тут рыготный, блядь, где-то будет. Вот. А, это здоровый тут будет. Да хуй, на здоровый-то не страшно. Вроде как бы, да? Вот как туда залезть? Мне вот... Подожди-ка, нахуй. Да ладно, блядь. Я жнул по дереву. Думал, нихуя ж себе. Вот тогда. Смотрел, блядь, и не усмотрел. Еще надо этого ебнуть, блядь. Так. Тихо, дядя, блядь. Ох ты, блядь, ничего себе прописал. Как ты, блядь? Я думал, два удара он только сделает, и все. Хуя себе, блядь, сколько у меня аптечек? 30 штук, блядь. Так, рука ушла. Так, вторая тоже. Ток, отлично.
Отлично, сейчас он изогнется. О, не загнулся, блядь. Ты погляди-ка, какой прочный оказался. Чего у тебя там есть? Полторашка, отлично. Вот я думал, вот это проход, блядь. Блядь, нет тут никакого прохода. Блядь, бомбезный, сука. Точнее, этот самый, рыготный. Где здесь проход есть? Рыготного я не хочу убивать. Это... Вот тут какой-то... Вот что тут за кусты, блядь? Как мне туда попасть, блядь? Я не понимаю. Здесь нету никакого прохода, блядь. Мне что, их вырубать, блядь, чем-то? Или чего мне с ними делать? Каким образом мне туда попасть? Может, как-то обойти? Может, блядь, лиана какая-нибудь тут валяется. Свисает. Ох ты, мразь, ты вот это, прикиньте, блядь, прям перед Харей, блядь. У меня просвистело. Это его рыготина. Погоди, погоди, может быть тут? Что у нас здесь такое? Хуй я знаю, что здесь такое. Погодите, погодите, блядь. Да, блядь, давай, вставай. Ёпта, они сюда проберутся? Они сюда, наверное, не доберутся, да? Может, тут найдется нож. То, что нам пригодится. Нож, нож, нож. Ох ты, блядь, тут какие заросли-то. Какой-то мост. Сейчас разберемся, блядь. А мы вроде по нему даже ходили. Блядь, нам мост-то не нужен. Нам как бы вот туда попасть, блядь. Мне нужен. Здесь тупик, что ли, блядь? Блядь, натуре тупик. А чё, мы по этому мосту ходили, это я помню точно. Ой, блядь, как же тут все запутано-то. И никуда он нас не привел. 90 метров. Как, блядь, через эти кусты-то пройти? Это просто дорога, блядь. Просто я вышел на дорогу. Может, какой-то потайной проход тут есть, блядь. Еще что-то. Да, блядь, тут одни корни. Я теряю корни, блядь. Давай, прыгай ты, манда, блядь. Да. Как мне пройти туда? Блядь! Тут столько всего. Самое печальное, что я назад иду. А вот какая-то типа дороги, что ли, сделана? Ну-ка. Здесь я не залезу? Или залезу? Блять, тоже тупик. А какого хрена, блядь? Почему так сделан? Столько закоулков, вот совершенно ненужных. А может, мне там присесть надо где-то было? И сидя проползти-то, блядь. Под этими кустами. Блядь, я тут вообще не пройду нигде. Под этими кустами. Так, сколько у вас тут? Трое? Так. Трое, да? Давай, блядь, этого ты хоть заебень. И этого туда же. Ух ты, блядь. Пошел. Блядь, там бомбезный. А ты что тут делаешь, дядя, блядь? Я мимо пробегу, блядь, просто так вот. Ух, нахуй. Так. А причем тут стол еще есть. Блядь, не видать ни пизды, нахуй. 77. Стол есть, смотрите-ка, действительно, блядь, есть стол. Бляха, вот это пиздец, нахуй. Сейчас мы тут все обыщем, все. Знаете-ка, я мачетку-то все-таки починю. На всякий. На всякий случай. Починил. Так, еду всю возьму. Еду возьму всю. Так, где кто? Кто-то, блядь, шевелится, нахуй. Какой-то закоулок. Чего тут нахуй? Ё-мать. Обалдеть просто, блядь. Тачка, блядь. Да ладно. Тачка. Ты погляди-ка, блядь. Ну-ка, нахуй. Погоди, погоди, блядь. Эй, подожди, блядь. Ну-ка, поехали. Я обратно, что ли, сейчас поеду просто-напросто? Ну да, я обратно поеду, черт возьми. Ну, как-то... Надо там решать, блядь. Надо решать эту загадку, как туда проползти, блядь, сквозь эти... К...
кусты, блядь, ебучие. Я тупо не понимаю, как это сделать, блядь. Блядь, я еще въебался, нахуй. Да поехали, блядь. Тут еще одна точила. Мы с вами тут были, это 100 баллов, блядь. Это 100%. Были, блядь. И не раз причем, по-моему, даже два раза. Так, мостик. 60 метров. 30 метров. Погоди-ка, блядь. 30 метров. Ну-ка я выйду. 30 метров. Хорошо. И куда мне тут идти? Да неужели, блядь, по дереву? Оба, блядь. Оба нахуй. А я никак бы не прошел. Тут, по-моему, проход есть, да? Да. Тут, блядь, тупо проход есть, а я мозги ебу, блядь. Ёб, столько времени. Точнее даже. Судя по всему, тут есть люди. Может быть, есть. А может быть и нет. Возьмем. Тут уже нет никого. Опа. Кто ты, блядь? А, это такая хрень, блядь, новая. Она быстрая, блядь. Какой-то другой уже мутант. Так, хорош, блядь. Причем тут бункер-то можно, видимо... Да, и на второй этаж залезть. Сейчас мы сначала тут все облазим. Хотя бы нам понять... А, стол есть. Стол нам не надо. Стол. Бляха, прикольно. Здорово, конечно, тут все так продумано. Ну-ка, давай, залезай. А где же тогда у нас русские-то прячутся, блядь? Я вот это чисто случайно нашел. Бункер-то. Так, что тут у нас есть? Кроссовки. Мод-бритва. Мод-бритва. Люди Николая. Не беспокойтесь, мы идем к вам. Весь остров окружен военными кораблями. Мы попытаемся их обойти. 3000 опыта. Заебок. Задание завершено. Голос неба. Так подожди, это... Задание. Это я Николай, что ли, отдал? Взял задание-то. Ой, в смысле. Завершите. Запишите трансляцию для них. Так это я другое задание сделал, блядь, ёпты, блядь. Это как раз я нашел русских. Охуеть, не встать. Это я нашел русских, блядь. И у нас осталось записать трансляцию для Ника. 240 метров. Я вообще не в той зоне нахожусь. Каким образом я сюда попал? Честно сказать, я не понимаю. Немного логики, блядь. Видимо, как-то у меня задание переключилось, что ли. Ладно, хуй с ним на самом деле. Тут что-то... Так, погоди-ка, блядь. Ремонт нам не нужен. Ладно, продолжим, давайте в следующей серии. Сука, затупил я маленько тут. Ну ладно, ничего страшного. Нашли. Я... Самое главное, вот это вот задание мы нашли. Оказывается, все так просто было. Надо было тупо с другой стороны зайти. Охренеть. Все. Подписывайтесь, оценивайте. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.